Дом номер 37, поселок Мехзавода. Технический этаж над 10-м этажом 2-го подъезда сплошь завален трупами голубей, насекомыми и залит водой. Посчитать количество мертвых голубей и отходов их жизнедеятельности не представляется возможным. Страшно представить, какие нечистоты просачиваются в квартиру Елены через бетонные перекрытия. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, вон яйца лежат, вот, пожалуйста. Елена Абрамова 5 лет борется с управляющей домом организацией. Ей неоднократно приходилось делать в своей квартире ремонт. Крыша в доме протекала, вода попадала на технический этаж, смешивалась с нечистотами и проникала в квартиру Елены через потолки. Этой весной все повторилось вновь. Дело дошло до суда. В начале апреля, когда начало теплеть, в середине начал подтаивать снег, и утром просыпаюсь, что что-то капает. Капать начало вот здесь в коридоре, по шву. Естественно, сколько было кастрюли, все они стояли. Все они были с этой черной жидкостью, с этими экскрементами. Рубероид лопнул на крыше. Он нашел дырочку и все ливануло в этот жбан. Жбан переполнился, и, естественно, воде было куда деваться, некуда, и она пошла через край. Как тушки голубей, так и вода сюда в основном попадают через вентиляционную шахту. Под ней стоит специальная емкость для испарения воды, которая как раз находится над квартирой Елены. По идее, вода должна испаряться из этой емкости, но этого не происходит. И даже вот обои, хотя специально мы поклеили, сейчас хотя бы, чтобы они впитались, мы потом сюда эти отдерем, другие приклеим. Вот, видите, оно все проступает и проявляется. Проступает вот тоже здесь. Вон чернота вот эта. Считайте, весь коридор, здесь стоял шкаф. Мы его весь сломали, выбросили, потому что по нему текло. Там куча ведер вот здесь стояла, и все просто вниз. Кроме того, влага появляется на техническом этаже через швы бетонных плит крыши, которые здесь расходятся. Не дождавшись помощи от управляющей организации, Елена решила вопрос самостоятельно и весной постелила клеенку для того, чтобы вода не проникала к ней в квартиру. Несколько месяцев парникового эффекта запустили здесь гнилостные процессы. Ключей от чердака у Елены не было несколько месяцев, а управляющая компания сюда так и не заглядывала. Когда мы ее залили, да, мы залили ее, извинились и возместили ей ущерб. Она сказала, что все, что можно, я за лето уберу. Я говорю, мы готовы помочь пакетами и дальше снесем. Ну, если человек не за свои слова не выполнит слова, значит, мы в течение октября месяца мы все это уберем. А вы считаете это нормальным, да? Нет, я не считаю это нормальным. Она проявила сама инициатива. Нет, почему? Это ненормально, но хочется человек. Почему бы и нет? Елена отрицает позицию управляющей организации. Она надеялась, что в оплату за содержание жилья входит уборка на техническом этаже и ремонт крыши. Рубероид над ее квартирой действительно заменили. Вопрос в том, как. Вот ихняя новая работа. Вот за это разве можно? Вот сейчас пойдет сильный дождь, вот сюда, как в ванну, затекет вода, и опять все на голову. Ну разве вот эта работа, это нормальная работа домоуправления? В данный момент, кроме протекающего потолка, Елену волнует вопрос судебных издержек и морального вреда. В мае этого года она обратилась к независимым экспертам для оценки стоимости ремонта своей квартиры. Насчитали 87 тысяч, на что в управляющей организации был дан ответ. Извините, слишком дорогая работа. Где вы такую взяли? Объяснила, что наши офисы вот эти по независимой экспертизе берут среднее по Рязани. Они не могут ни завысить, ни занизить, иначе их работу просто прикроют. Изначально оплатить полную сумму в управляющей компании отказались. Потерпевшие перечислили только 66 тысяч рублей. Но в процессе судебных разбирательств управляющая организация выплатила всю сумму. Мы будем следить за развитием событий. В управляющей организации пообещали в ближайшее время убраться на техническом этаже. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».